Томас, я тебя слушаю. Райдер, щенячий патруль, нам нужна ваша помощь. Что случилось? К нам на железную дорогу прилетел дракон. Огромный дракон? Да, огромный, и он просто все сжигает. Горит наша дорога. Помогите, пожалуйста, щенячий патруль. Нам без вас не справиться. Томас, не переживай, мы уже бежим к тебе. Щенки, нужна ваша помощь. Паровозик Томас и его друзья в беде. Нам нужно срочно ему помочь. Райдер зовет. Райдер зовет! Райдер зовет! Щенки прибыли, Райдер! Слушаем твою команду! Щенки, у нас очень опасное задание! На паровозик Томас и его друзей напал огромный огнедышащий дракон! У них пожар, их нужно спасти! Итак, Скай! Крепыш! Маршал! Гонщик! Со мной! Хорошо, будет сделано, Райдер! С этим драконом. Ай, мне не удержаться на этом драконе. Щенки, помогите! Ой, ай-яй-яй, ай! Щенки, слушай мою команду! Маршал, нужно быстрее потушить этот огонь! Хорошо, Райдер, будет сделано! Гонщик, а тебе нужно будет остановить этого дракона. Кинь на него сетку, нужно его поймать. Хорошо, Райдер, можешь положиться на меня. Это трудная задачка, но кажется, у меня получается. Очень много было огня. Уф, я так устал. Ай, дракон прям за мной. Он меня догоняет. Гонщик, помоги. Скай, быстрее лети сюда. Я кину на него сетку!
Смотрите, он не может взлететь. Кажется, он запутался в сетях. Крепыш, держи его сверху, чтобы он не вырвался и не порвал сеть. Ой, держу, держу, Райдер. Ох. Ох, как он толкается. Ну, по-моему, нам удалось его поймать. Ой-ой-ой-ой. Смотрите, щенки, кажется, он понял свою ошибку. Давайте отвезем его подальше в горы и выпустим его. Точно, Райдер, смотри, какой он миленький. Он не хотел нам причинить зла. Супергерой Скай, у вас получится отвезти его в горы. Вперед, ребята. Мы полетели, Райдер. Нужно подремонтировать вашу железную дорогу, паровозики. Ну и натворил этот дракон без делов. Только приходится тут чинить. Ох, все починили. Щенки, вы как всегда молодцы, справились со своей работой. Смелым щенкам все по зубам. Ой, ребята, а где же гонщик? Да я тут, снимите меня, пожалуйста, я же боюсь высоты. Забыли меня. Ребята, если вам понравилась серия, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь, впереди много интересных серий. Пока-пока.